Аграрии Упоровского района выходят на финишную прямую. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 96%. Намолот превысил 135 тысяч тонн. Продолжается уборка овощей. Прошли уже 76% площадей. Собрали больше 16 тысяч тонн. Только в агрофирме «Крим» заготовили свыше 7 тысяч тонн капусты. За день на поле срезают 350 тонн белокочанной вручную и с помощью техники. Непосредственно вручную, без всяких, получается, механизмов, мы убираем капусту, которая идет на самое длительное хранение. То есть, чтобы минимально избежать повреждения при укладке в контейнер. То есть, вот эта вот капуста, эти сорта такие, как «Экспек», «Старема», они у нас хранятся, получается, до самой весны. Бригады трудятся без перерывов. 9 человек за смену рубят 80 тонн капусты. Убирать белокочанную можно до первого снега. Аграрии рассчитывают завершить работу через 2 недели.